Сейчас, дорогие друзья, наша красотка подготовится. Она, главное, знаете, что делает? Она вешает микрофон на волосы, представляете? Нормально? Представляете, человек. Кстати, смотрится ничего, шикарно. По-женски все. Да. Как вот эти, да, всякие зажимчики. У тебя на бороду не получится? Ага. Не, у меня, не знаю, у меня получится, у меня как бы... Не, у меня не получится, коротковато слишком. Давай сначала семья, всем привет, это Сочи, Краснодарский край, а потом начнем. Давай, 3, 4. Семья, всем привет, это Сочи, Краснодарский край. Значит, продолжаем наше вещание. С вами, соответственно, Наталья, один из лучших риэлторов города Сочи, всея Руси. И Дмитрий Александрович, самый простой консультант, ну, тоже пойдет, пойдет. Значит, смотрите, шикарный дом, шикарнейший дом в Дагомысе. Первая береговая. Первая береговая, 200 квадратных метров. Вы когда узнаете цену, вы просто обалдеете. На самом деле, 198 тысяч за квадратный метр. Это у нас, дорогие друзья. Ну что за праздник? Человек праздник, да? Аля, туда все. Конечно, на такой машине ездит. На их месте должны были быть мы на такой машине. Ну, скоро будет. Напьешься будешь, да? Значит так, друзья, дом у нас строился для силовых структур. Ну, это на самом деле три дома, понимаете? Вот этот и вот этот. Там мы вам показали 53 квадратных метра за 13 миллионов рублей, по 245 тысяч за квадрат. Шикарное предложение, полноценная однокомнатная квартира, либо евродвушка. Кухня, гостиная и огромная спальня. Классный вариант. Смотрите ролик, кто не посмотрел, кто в бюджете до 13 миллионов, смотрите. Mm-hmm. А здесь у нас 83 квадратных метра. Черновая. За сколько? С полной суммой в договоре. За сколько? За 16 миллионов 500 тысяч. 198 тысяч за квадрат. Никто вам никогда не даст такую цену. Вот просто подумайте. 16 500 за 83 квадратных метра. 200 метров до моря с шикарными подъездными характеристиками. Дагомыс. Вот такую площадь, друзья, ну просто я не знаю. Просто, ну, Тёрочка, ну, все ну просто вообще. То есть вы рядом с Каравеллой Португалии, вот там у нас мостик, вы приходите к Каравеллу Португалии, рядом с Аллея Парк, Адажо, сам комплекс Дагомыс, все здесь. Пойдем по территории немножко прогулять. Здесь внизу Пятерочка, здесь рядом красно-белое, вы напиваетесь, рядом он аптека, сразу вы лечитесь. То есть все здесь в шаговой доступности. Сначала напились, потом, соответственно, полечились, Алкозельцер, да. По парковочным местам. Здесь всегда есть где припарковаться. Всегда, дорогие друзья. Если что, если какие-то моменты, мы вам делаем брелочек от того дома. А так там... оно и есть. Да, и там шикарная парковка без проблем. Что мы покажем? Где-то у нас тут... Мы сейчас зайдем. Сейчас увидишь, все плюшки только начинаются. Давайте, все. Сейчас Наташа нам такое вам расскажет, что вы просто обалдеете сейчас. Так, вот мы попадаем тоже в небольшую закрытую зону. Да, кстати, здесь... Здрасте. Здесь у нас подъезд. Да. Вот. Прогуляемся по территории, да? Давай, конечно. То есть... Слушайте, ну, все цивильненько тогда. Ну, как типа... А главное, заряд. Что нас встречают, посмотрите. То есть человек здесь постоянно 24/7, нас встречает всегда. Здесь мы также можем... Письма счастья ваши. Детские принадлежности. Друзья, смотрите, ничего, это Сочи, понимаете? Здесь все порядочные, добрые люди. Ничего, никто не пристегивает. Тут коляски только по 150 тысяч стоят. Вот. Здесь мы выходим на задний двор и попадаем на зону барбекю. Читайте, дорогие друзья. Да. Следите за порядком. Смотрите, ваш ребеночек здесь, зелень здесь, вы кайфуете здесь. Это зона барбекю. Да, мангал у нас вот за ту. Обязательно я должен показать, обязательно. Обязательно, вот вам пальма, все по-сочински. И обязательно, конечно же, мангальная зона. Здесь любой мужчина спокойно. Здесь, знаешь, бутылка пива, слышишь, Наташа? Прячется, да? Вот реально, да? Ну вот реально, мужик уйдет сюда, да? И вот ну что, с работы пришел, жаришь мяско, выпиваешь пивко. Смотрите, все здесь, да, рожига, все дела. Никто тебя не видит. Ну я так понимаю, здесь свое комьюнити, да? Все всех знают. Да, здесь такой все спокойный, живут как одной семьей, такие дружные. Все как бы такие, да, нормальные. Люди все, да, серьезные, и вы спокойненько как бы тут это, никого не напрягаете, все под видеонаблюдением, вот, и вы наслаждаетесь как бы природой, сидите отдыхать. Хорошо, хорошо. Все, я думаю, все понятно, в принципе, здесь, соответственно. Водичка, потом, то есть да, все, водичка, ручки помыл, посуду помыл. По фасадику, помыл, с той стороны, вы видели, здесь тоже посмотрите, ничего не отваливается, ничего. Хотя дом, вы понимаете, да, не первый, что называется, свежести, но тем не менее, ничего не отваливается, все красиво по фасаду. Здесь тоже посидеть, книжку почитать, здесь помыть руки. Все у вас, дорогие друзья, в шаговой доступности. Отключена обводняя. Все, все здесь, ферри, посуду помыли, газ включили и пошли. Слушайте, ну, не знаю, мне все нравится. Мне все нравится. Небольшая, но хорошая. То есть, как говорится, не выходя из квартиры, да? Даже за двор не выходить. Спустился, да, то есть, как бы ты живешь в квартире, тапочках, ты живешь в квартире, но при всем при этом ты, скажи мне, как будто, ну, у тебя какой-то там, ну, не знаю, вот дача как будто, да? То есть, ты имеешь возможность все равно выйти на придомовую территорию. Это как бы шикарно. Друзья. Также есть лифт.
Тоже есть лифт, он нам не нужен, но он есть. А главное, что везде все в картинах, вы посмотрите, пожалуйста. Лифтка, картины, все. Испачкали дети, помыли, и опять чистенько. Ну да, кстати, не отвалится, да, вот как штукатурка, да? Там. Слушайте, ну вот мы специально одним кадром вам снимаем, чтобы не подумали, что там нарезка какая-то, еще что-то. Ну давай, заходи. Ой, подруга Дима очень телеч. Большая. Так, нам нужен фонарик. Есть у тебя на телефоне? Так, давай. Давайте. Просто хочу, чтобы ты подсветила. Это же у нас гостевой санузел. Слушайте, да. Какая я она... Я не знаю, что это гостевой или что, тут очень много всего. Что-то, забыла, как фонарик получается. Да. Давай. Как заходи, это? Заходи туда, заходи, будем тебя снимать. Нет, ну это... Да, ничего не видно, естественно. Санузел. Давай, иди тогда ко мне, давай. Да, сейчас давай, я вот так все сделаю. Вот. Вот так? Сейчас, вот. Вот так. Санузел. Здесь хорошая ванна. Санузел. Слушай, джакузи, да, угловая. Ванна поместится. Да все поместится. Да, ванна поместится. Все, при входе у нас ванна помещается. Дальше. Держи. Здесь ты, можно сделать карта. Гардеробную большую. А, большая гардеробная, согласен. Да. Прихожая, то есть большая, вот там разулись, разделись, да, вот получается. Да, шкаф еще, допустим. Ну, все, помещается. Помещается. Грязную одежду. Шикарная гардеробная, гостевой санузел. Это изолированная спальня, правильно? Да, ну спальня, да. Большая спальня. Тоже со своей какой-то гардеробной зоной. Что-то такое, да, гардеробная зона, рабочий кабинет. Можно санузел сделать, как мастер-спальню сделать. Допустим, спальня, санузел. Что-то придумать можно, на самом деле, да. Да. Шикарное окно, да, вид на зелень, в принципе, соседний дом, кватро видно, место под солнцем у нас немножко. Хорошо. Да, квартира тоже от застройщика, поэтому здесь такая хорошая цена и хорошая площадь. Очень хорошая цена, на самом деле, правда, и... Площадь. Здесь, конечно, нужно все делить. Так, потолки высокие, да. Потолки высокие. Дом газифицированный, газ уже оплачен, ничего, никаких доплат делать не друзья, надо. Друзья, кухонная зона, посмотрите, пожалуйста, да? Ну и вот вам здесь еще, ну, полноценная, я не знаю, смотря по нужде, кухня, да? Кухня-гостиная, можно спальню сделать. Здесь планировку можно делать любую. Сверху квартира сделали полноценную трехкомнатную, точно такая же квадратура. Можно переделать здесь потрешку запросто. Это да. Же все, вы понимаете, да? Все можно убрать. Все это сносится, да? Да, или да, по-другому да. Выстраивается, проблем нет. И санузел можно расширить, и кухню можно, можно перенести. Допустим, газовый пускай здесь стоит, ее можно сюда, а по-другому сделать спальню. То есть здесь перепланировать все это можно. Это так видел застройщик, но переделать всю эту историю можно. Весь смысл этого ролика в площади, держи, площади, да, площади и стоимости. Потому что площадь шикарная, стоимость тоже, друзья, шикарная. Ну, 198 тысяч за квадрат. Ну, друзья, ну это просто. Это уже мы вам назвали со всеми плюшками, скидками. С плюшками, скидками, да. То есть здесь, это чисто наша цена. Все. Если они будут искать эту квартиру через других риэлторов, во-первых, не найдут, а если найдут, то это будет цена другая. Ну, мы знаем, там плюс миллион, как минимум. Ну да. Вот, поэтому, слушай, а это пивбар? Было бы неплохо, если бы он, как бы, ну, все люди бы пьющие были, ходи, но, по-моему, закрыт. Закрыт, ну, может быть, откроют. Я думаю, что здесь место такое не пропадет. О, смотрите, а человек встречал нас внизу, да, уже здесь. Да. Вы знаете, и вы всегда будете в безопасности, всегда за вами. А потому что все ключи только у нее. Да, дом управления всегда за вами смотрит. Дом управляющий. Да, а если, допустим, вы мужчина, и вы пришли, допустим, к женщине, так, в любовнице, например, и вы здесь живете, и пришел муж, вы всегда можете по вот этому козырьку посмотреть. Вы всегда можете по этому козырьку спрыгнуть, спустить. С этого козырька, смотрите, на вот этот козырек, потом на машину и все, и уехать. Друзья, ну шикарно, ну о чем говорить? Угловой балкон. Угловой балкон. Слушайте, ну шикарное предложение за балконом. Ну, Наташа, что еще нужно для счастья? Мне ничего не надо, вот только эту квартиру. У тебя сколько квадратных метров? Ой, 45. 45? Да. Ну, по шикарной, да? Маловато. Да маловато, конечно. Чего? Маловато. Вот это хороший был бы вариант, да? Вот сюда вы идете, 200 метров засекаете. Вот, по прямой засекаете. Никуда не сворачиваете. Даже меньше, сразу, даже да. Меньше. Друзья, вы думаете, только море там 200 метров? Нет, там же ЖД-станция, на которую вы садитесь, да. И вы приезжаете куда? Красная Поляна. На Красную Поляну, любую точку, хотите да, едете в Краснодар, хотите в Ростов, хотите в Москву, хотите в Санкт-Петербург, куда хотите. То есть все это здесь рядом. Кватро рядом, место под солнцем рядом, Босфор рядом, все это вот там, но все это гораздо там дороже. За и подальше. Метр. И подальше. Придется вам идти минут там 10. А да, здесь, пожалуйста, вот ну шикарно. Еще раз говорю, статус квартиры, все центральные коммуникации, таких предложений. Подытожим. Полная сумма в договоре. Вообще, 83 просто подарок. Квадратных ипотеки, метра. Что ипотека хотите. Ипотека любого банка. Друзья,
83 квадратных метра, 16500. Это у нас с вами получается 198 тысяч за квадрат. И напротив дом у нас шикарное предложение, 53 квадратных метра, 13 миллионов, это 245 тысяч за квадрат. Выбирайте. У кого какие возможности, здесь чуть подороже, но здесь и площадь побольше. Там чуть подороже квадрат, но зато там как бы общая сумма гораздо меньше. Плюс-минус единые характеристики. Посмотрите отдельный ролик, мы сняли вам и эту квартиру в том числе. Посмотрите, пожалуйста, ролики про Босфор мы у вас сняли, про наши 34 квадратных метра тоже ролики. Выбирайте на вкус и цвет. Товарищей нет. Товарищей нет, но мы ваши товарищи. Мы готовы вас встретить в аэропорту, привезти в Дагомыс. У нас есть клиенты, которые именно мы хотим Дагомыс. Вот все, вот они уперлись, мы хотим Дагомыс. Мы даже не хотим это обсуждать. Хотите Дагомыс? Пожалуйста. Получайте Дагомыс. Проблем никаких нет. Приезжайте, получайте. Мы с огромным удовольствием. Наташа реально квалифицированный специалист. Если вы ее увидите на любом пространстве, интернет-площадок, или вы ее просто встретите в городе, подходите смело и говорите: Наташа, Дмитрий Александрович тебя рекомендовал, мы хотим у тебя покупать недвижимость. Она вас продаст, в лучшем виде все сделает. Да. Привезем, отвезем, как говорится. Да, все сделаем. Тем более машина теперь полностью новая, 6 лет кредит. Ты специально для клиентов же покупалась. Клиентов возить с комфортом. У меня Ванечка купил Cherry Tiggo 8 за 4,5 миллиона на 6 лет в кредит. И Наташа у нас купила поскромнее за 3 миллиона тоже китайцев кредит. Ну мы же команда, и все переходим в одно. Под один стиль, чтобы все. И они меня, слушайте, они меня тоже все говорят, Дмитрий Саш, и мне Катя уже каждый день. Что я езжу на поло, там то сюда надо купить. Я говорю, слушай, она купила за 3 миллиона, сейчас эта машина уже 3500, ну в Краснодаре можно подешевле. Мы сейчас торгуем. Но у нее передний привод и хороший расход. Хороший расход. Да, расход. У Вани там расход просто бешеный, литров 16. Здесь нет, там 9 литров. Ну нормально, нормально. Друзья, ремонты, строительство, доверительное управление. И, конечно же, если вы что-то в городе Сочи продаете, типа вот такой квартиры, обращайтесь к нам. Мы приедем, оценим, подпишем договор и продадим в кратчайшие сроки вашу недвижимость с огромным удовольствием. Поэтому, пожалуйста, купим для вас лучшую квартиру и продадим вашу, если вы там переезжаете или просто у вас много квартир и вам уже тяжело платить налоги. Все, вас обнимаем. Да. Счастья, здоровья, любви. Спасибо, до что встречи. Вы были с нами. Говорим вам пока-пока. Очень хороший вариант. Присмотритесь. Упустите такую квартиру, такую площадь. За такие деньги вы не купите. Не купите, да. Нет, серьезно, не пока-пока. Купите.